Всем добрый вечер. Кто ты такая? Уйди. Ага, гостеприимность. Где вторая? Это Настя. Опа, присадила жопу свою на мой стул. Ты или не перепутала? Короче, пускай побазарит по телефону. А, мы тут вообще-то будем как бы день рождения отмечать. Вот той, что посадила жопу на мой стул. Даже у всех совпало по белым футболкам. Чисто как бы флешмоб. Короче, у Карины день рождения завтра. И мы будем его отмечать. У меня дома вкусняшки привезла нам. А там мы купили суши. А там шампанское. Мы будем там его суши пить. А тут, тут прям... Мы хотим сейчас перекусить перед тем, как есть роллы, потому что мы очень голодные. Если мы сейчас на голодный желудок начнем жрать суши, мы просто их все съедим за 30 секунд. Поэтому мы решили сначала... Нам хватит? А потом все остальное. Если что, тут еще есть гость. Нет, уже нет. Короче, что-то придумаем. А, да. Кстати, если хотите, мы можем открыть какую-то консерву. О, да. А, дамочки развлекают. Сейчас скажут, не надо. Не гостеприимные покажи мы. Покажи себя немножко ниже. Посмотрите, мы все белые. Я не могу себя ниже, потому что я выше. Свой не работать не стану. Короче, да, у нас флешмоб. Так совпало. Да, мы ни разу не договаривались. На самом деле только я под них подстроилась. У нас почти приготовились вареники уже, мы сейчас их поедим, а потом будем есть роллы, ну это гениально. Мы смотрим Ривердейл, кстати. Да, не расплавятся они. Развалятся. Мне послышалось, что расплавятся. Ого, я тут... Какие у нас планы? Расскажите. Мы будем смотреть Ривердейл, кушать роллы, пить колу и ничего больше. Шампанское еще будем. Ладно. Да, можно было не говорить. Карине исполняется 18 лет, между прочим. Между прочим. Да. Что мы завтра ничего не будем делать, да? Не завтра? А, кстати, да. Завтра же тоже твой день рождения. Весь день, в принципе. Так, это мы пока уберем. К нашим роллам. Вареники. У нас их получилось очень мало, потому что пачка была маленькая, но мы еще достали консерву, еще сосисон, еще паштет. О, это вообще царский пир, я вам скажу. ДР празднуем по-общажному. Мы на самом деле настолько денег роллы накупили, что хлеб даю. Я всегда делаю гренки. Вы как смотрите на то, чтобы сделать гренки? Еще вот тратить время на гренки? Да это же мало. Тостер! Давай. Это быстро? Так. Максимально быстро. Мы можем начать кушать, сейчас они вылезут, и я их подам. Давай. Я не умею, кстати, открывать шампанское. Вообще, я даже ни разу не пыталась. Я сейчас попыталась, но мне было страшно. Я сказала, что Настя открыла. Настя на опыте, я так понимаю. Это что его тут открывать? Сейчас главное, чтобы она не выстрелила. Все? Так просто? Ну да. Ну блин, скучно. Я думала, сейчас так этот, вот, и тут все будет, и да. А ты что тут притихла? О, пахнет, кстати. Я так наелась. Дай понюхаю. Дай Карине понюхать, оно очень вкусное. Клубничка. Да-да, а я варила. А тут нарисована. Да, клубничка. Опа. А ты варила с вишней. Сначала вареники, теперь суши. Супер. Так, у нас еще какой-то есть унаги. Сейчас это вот так вот как-то... Вау. Красота. Если что, уже поливаю, если останется на да, все. Да, останется. Класса, да. Добрый вечер. Скажите пару слов о сегодняшнем вечере. Она не фокусировала. Мария тут Александровна. Тут подожди, не вижу. Тоша лайма тут. Чисто чилятся. Погнали кушать суши. Ой-е. О май гад. Просто посмотрите мечта. На эту красоту. Класс. Так. В смысле, что таки два она положила комплект? А я вам говорила, что два. Она вообще какая-то там... Имбирь, все дела, все положено. А ну посмотрели все на меня радостными мордочками. Не могу, мне ничего. Слышишь, ты? Ты шо, к моему интернету пришла в гости? Его нет дома.
Как это в смысле? Короче. Ну, блин, да работает нормально 3G. Тут у меня вообще всегда. Вообще, две палочки. Ничего не знаю. Все, значит, общаемся. Хватит сидеть в телефонах. Это намек, это знак свыше. Я хочу это. Да, уже засняла эти, слушай, снова договорились. Что, будем историю снимать? Да. Влог-то выйдет поздно. 3, 2, 1. Это типа было классно. Типа необычно, типа оригинально. Типа неожиданно. Все, засняли всем. Аллилуйя, можно жрать. О, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Жуткий дом? А у кого скоро день рождения? Да? Наверное, за чем? За тебя сейчас чокаемся? Да. Это вообще-то за тебя? Любовь. Да, вот за любовь, правильно. Я ж любимая. За чем? За тебя сейчас чокаемся? Все? Девочки, погнали. Да, все, можно есть. Вкусно? Отложите, блин, телефоны. Сейчас я выставлю историю тоже отложу. Классного интернета? Ну, блин, что я сделаю? Я же не виновата, я перезагрузила, не знаю, у меня все работает. Так что? Я не знаю. Увидимся. Как это работает? Что, у тебя он работает? У тебя работает? Сорвалась. Вы точно правильно там проводите? Я уже не знаю. Ну, на, веди ты. Какая разница, это же не свидание. На самом деле, это не все возможно. На ребятах в нашей школе. Алёш. А что сейчас было? Тогда начинаем рыться в тихоне, парни. У вас неделя, чтобы показать меня. Кто сильнее, кто испарится. Блин, вот так вроде. Сердешкина. Не выпускают, он и так замороженный. Ты же бы освежилась. А то греется, греется тут. Ой, там так холодно. Да ладно. Да ты какая-то грустная, просто ходишь. Я тебя решила освежить. Мне холодно. Почему? Напитки покрепче. Слова. Ну, короче. Так, я хочу... Так, мы уже поели роллы, мы уже... Поснимали пару историй. Слушаем музыку. Через 2 часа ой, кукуруза, у Карины да. День рождения. И мы оба впадаем в безумие. Все нормально? Маш, аккуратно, головой сейчас ударится. Hello. Алло, прием. Что там? Давай. Давай. О, господи. Ну вот как бы так вот произошло. Как так произошло? Объясни. Ты это видел? Ты это видел? Нет. Мы смотрим видосы с фейлами детскими. Где дети падают, спотыкаются, подскальзываются. Это очень забавно. А мы... Все еще смотрим смешные видосы. Я не знаю, что вам просто снимать. Мы сейчас лежим на диване и пытаемся не засмеяться челами. Что вы развалились, сосиски? Хот-дог. А, боже мой. Сейчас обрыгаюсь. Мы так наелись. Это просто какой-то ужас. Не забудка, твой любимый цветок. Просто ж не под собой станет замком. О, а? Закрой дверь и не подслушивай. У нас мало времени, пусти. Так, стой. Я сейчас не смогу есть. Я тоже. А, тут все.
все просто. Ага. Куда? На стол. Но она не горела, слава богу. Ничего, нормально, хватит. Сколько сейчас? 56. Есть еще, если что. Одна. Да, хоть две есть. Нет, две не будет. Две минутки. Смотри. Класс. Да-да. Сейчас. Тема телефон. Сейчас хочу еще включить. Музыку. Там две радости и веселье. Давай, бери трубку! Алло. Спасибо. Давайте сделаем превью. Да. Идите сюда. Подожди. Превьюжно. А пока сделаю тише, чтобы мы сейчас задули свечки, нам ничего не мешало. Превью делаем. Идем сюда, все садимся вот так. Или, нет, вот так, сюда идите. Чтобы волосы же не сжечь еще никому. Желательно.
Давай Карину поцелуем в щеки с разных сторон. Давай. Сейчас, чтобы свечки тоже. Супер! Класс! Давай. Ты можешь задавать, можешь не задавать, но я думаю, задуть надо, чтобы желание сбылось. Да, сейчас я загадаю. Там у меня длинный список, я так понимаю. Не главное. Спасибо. Мы тебя любим, да, вообще-то. Да, мастер, кохаю. О, не слушайте, пожалуйста. Днем рождения, любви за головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Мы конец песни спели. Днем рождения. А место торт есть-то нет во мне? Нет. Но нам надо хотя бы по кусочку, по маленькому. По маленькому. Хоть откусить-то надо его. Оу. Да, надо. Оу. Я не хочу включать свет. Я хочу. Как есть торт без света. Да зачем надо, чтобы видеть торт? Да. Да. Ох, как ярко. Подожди, подарок же надо отдать. А я тебе приготовлю другой подарок. Хорошо. Я тебе зарублю, знаешь, что? Брови! Да! О, да! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Це тобі! От це да! Це тобі! Відкривай! Да. Відкривай! Ох, чума, не показывай камеру. Да, может. О, як це гарно. Сейчас, дайте я отвечу. Что, я буду резать? Режь. Дайте, я завяжу себе. Любви на головокружение. Ты как под Покахонтас. Ой, а це не можна показувати. Це не можна показувати. Вау! Вау! Я жду примерку. Я теж пошла. Пошла в ванну. Пошла, бігом! Будеш торт в такому виді їсти, поняла? Давай, не тільки ви знімайте мене. Не буду. Давай, бігом! Ми вже чекаємо. Давайте я покупаюся. Быстро! Меряй! Шо, поскольку есть, я не знаю. Да, вот так, да, на маленькие кусочки. Ну, короче, там просто то, что нужно любой девочке. Красота и нежность. А мы режем торт. Мы. Ну, Настя режет. А я снимаю, как ты режешь. Получилось 4 кусочка. Явно чего-то не хватает. Ну чё? Ты довольна? Да. Я рада. Поздравляю тебя. Я поняла, что ты так скривилась. Скажи. Какая кислая смородина. В торте, короче, очень кислая. Что это? Смородина. Крем. Да, давай больше крема твоего лица. Что, вино номер 2 просто. На максималку. Капец, ты же не такая кислая. Так, сейчас у нас время уже без 15:03. Мы, в принципе, уже сейчас будем ложиться спать. Девочки сходили в душ. Сейчас я схожу. Я там поубирала на кухне, чтобы нас не оставался срач на утро. Да.
Не знаю, что вам рассказать. Мы, в принципе, ничего такого интересного больше не делали. Мы тупо сидели, общались за столом, валялись, смотрели смешные видосы и все. Так что сейчас я схожу в душ, и мы пойдем уже спать. На всякий случай, если я уже ничего не буду снимать, закончу сегодняшний день и увидимся с вами завтра утром. Что это за кокон встал? Где еще одна там? Алло. Это монахиня. Прием. Прием. Алло. Ну, короче, мы собираемся уже укладывать свои жопы спать. Наверное. Да. Когда-нибудь в следующей жизни. Когда я стану кошкой. Мы, кстати, прекрасно влезли в этой постели. Да, так что тут вообще, я сплю тут одна обычно, вообще в позе, я не знаю. Как ты здесь вообще не теряешься, отвечаю? Я вообще думала, что мы с вами ляжем в кровать, какое-то кинцо в постели посмотрим еще. Нет, под кинцо сразу засыпать хочется. Да, а что без кинца нам сейчас делать? А мы будем общаться. Ну как еще бы... Пол четвертого уже. Ну, как бы я вам говорила, что давайте вообще, а вы то в 2 часа уже пойдем спать. Не, мы можем еще, конечно, полежать. Я хочу. Ладно. Что ты хочешь? Носик припудрить. Писить хочешь? Угу. Короче. Потому что я напилась этой колы. Иди пудри. Блин, мы сегодня на самом деле, я икала, я вот только что буквально перестала икать. Мы так плохо сегодня ели, это просто какой-то ужас. У меня вот здесь вся щека в каких-то мелких прыщечках. Я вообще последние, наверное, 3 недели жру просто все, что только можно. Ужасно неправильно питаюсь. И типа прям капец-капец. И сегодня мы прям вообще... Ага, еще взяли снеков, типа думали, ну, под кинцо там все дела. А, мы взяли попкорн и взяли чипсы. Он лежит, мы ничего не открывали. Но я думаю, мы завтра до вечера еще будем тут. Да? Ну, может и не тут, но, короче, мама просто приезжает аж вечером. И, типа, у нас еще будет полдня, по сути, свободно. Да. Мы, если захотим куда-то поехать погулять, можем поехать погулять. Но если будет плохая погода, то будем дома. Мы можем посмотреть кино какое-то завтра тоже, поэтому мы завтра все равно это все слопаем. Но суть в том, что мы очень плохо кушали. Да, очень плохо. И я теперь переживаю за свой организм. Нас... Подожди. Вот у меня уже потом пошли. Новый год начинается. Да, тут сейчас будет Новый год, короче, все дела. Я потом в Египет еду, там опять жрать буду, все же вижу. Короче, чувствую, я не скоро смогу нормально хавать. Но это не важно. Да. Короче... Короче, юбку пока. Короче, все, мы отдыхать. Всем пока. Доброе утро! Доброе утро! Ты именинница. Мы завтракать будем. У нас тут настоящий чисто бритиш завтрак. Короче, мы пожарили яичницу со специями, эти бобы, сосиски. Все, тосты, да? Вообще, смотрим «Монстры на каникулах 3» и будем сейчас кушать. Завтракаем в 12:30. Умеем, практикуем. Потом мы выспались. Да, мы выспались. Почти. Пьем кофе. Дико нервничаю, понимаете? Хотя я вообще ненавижу кофе. Я не был да? Даже из всех. И молоко. Она ненавидит кофе и молоко, сейчас пьет кофе с молоком. Я сколько очень редко пью кофе с ароматом. Теперь, оказывается, пьешь еще мой кофе. И вообще я по стилю в шортах и в кофте. Да, мы едим еще тортик с кофе, короче, да. Нам хорошо. И мультик смотрим. Короче, мы дома и, в принципе, никуда не собираемся идти, потому что там плохая погода очень. Это омерзительно. Поэтому у нас появилась плохая идея. Мы думаем посмотреть сейчас какой-то ужастик. Настя! Мы смотрим ужастик? Нет. Да. А шо? Да я тоже не люблю.
Зачем ты снимаешь? Ты опустошилась? Ну, я же знаю, что да. Так ты тоже хочешь? Да, пойду пить сейчас. Так что? Я не хочу смотреть уже. А что ты хочешь делать? Ну, я хочу, чтобы мы поорали тут, типа, и такие, боже, как страшно, ужас. Я буду просто веселиться, или как? Я тоже. А я не хочу. Сделаем челлендж, попробуй не заорать. А, попробуй не отворачиваться. Фу, это ужас. О, да, чтобы я тут вообще... Я смотрела трейлер «Пилы», я смотрела трейлер «Пилы» и чуть не обрыгалась. Хорошо. Ты трейлер ужастика какого-то включила? Давайте лучше комедию какую-то посмотрим. Комедия тоже варик, но с ужастиком будет интереснее. Нет, я за комедию. Акцент. Вниз. Да. Так. Комедию я тоже не против, но ужастик я хочу больше. Я уверена, что через 5 минут я скажу, все, нафиг, выключаем, давайте смотреть комедию, но... Вот, поэтому давайте комедию. Кстати, какая-то там такая смешная комедия. Ты смотрела «Кто в доме Тато 2»? Это просто божественный фильм. Слушай. Он такой ржачный. Я усыкалась с каждого момента просто. Я уже его несколько раз смотрела. Мне очень опухло лицо из-за того, что мы плохо ели и... Спали неправильно. Я хочу лед на лицо. О, хорошенько. О, скажите, как вы это делаете, кстати? Да, типа так. Я не могу. У меня никогда не получалось вот это, когда... Что там по телеку? Вот эти, смотри, смотри туда. Смотри в телек. Бам! Ну, я не вижу. На. Я не хочу. Кто бы там ни был, я вас открываю. Так, между прочим, я смотрела туда. Хорошенько. Сейчас будет. Ням-ням. Настя, смотри на экран. На, Карина, в жопу пошла. Это звонок, да? Это заклятие. А, заклятие. В этот момент знаю его. Фу, блин. Ну что, ты перехотела смотреть? Да. Потому что я буду так постоянно делать. Блин, ты... Я тоже. Вы норм вообще. Да. Поэтому давайте смотреть... хочу посмотреть трейлер. Это неловкий момент. У меня есть список фильмов, которые я хочу посмотреть. Только комедия. Да, да, это комедия. Фух. Не такой полный. Фу, они целуются в школе. Фу, фу. Не берите с них пример. Никогда не целовалась в школе. Да, кстати. Я никогда. Я сейчас вспомнила. Блин, кстати, я первый раз поцеловала ее, а потом вспомнила. Это было не самое лучшее. Я не знаю, как это комментировать. Все хорошо там? Ну, показывай. А, я не видела. Лай. Да выйди. Ну, папарацци. Ну, вылазь. Чего ты там застряла? Убилась. Все, можно включать? Я ей кувырки показываю. А она... Тебе мама что-то прислала. Как у тебя выключить? А, вот, нашла. Мы будем пить. Прокомментируй вообще, вот, что сейчас произошло. Да я не поняла. Я просто увидела, как ты лезешь под диван. И говорю, что я обиделась. Да. Я ей кувырки, значит, показываю, рассказываю, что я не умела никогда их делать на физкультуре, потому что боялась сломать себе шею. Вот. А, да?
Мы будем пить чай. Того сколько сахара? Вот, я вообще без сахара пью. Одну Насте. Ты что, в молоко? Что? А, я думала, ты молоко будешь пить. Ты же сказала молоко. Не-не-не, я буду такие, этот, ну, Смотри, какая у Маши просто, ну, вот, как бы, Крисмас. Ну все, я уже только что провела девчонок, вышла с ними, мы выбросили коробки, там, которые оставались от стола, от стула, выбросила мусор и вернулась домой. Скоро должна уже приехать мама, я с ней списывалась, через часик она уже будет дома, сейчас я чуть-чуть поубираю, потому что там вон на кухне немножко беспорядок у нас, и буду ждать маму. Открыла окно проветриться, потому что душно. Ну, в общем, такие дела. Классно мы посидели. Блин, Карина забыла коробку. Плохо. Это ее сладости. Надо будет ей их привезти в среду. Ну, в общем, такое. Я очень довольна. Мы классно провели время. Очень все было миленько. Четенько. Подписывайся на канал. Вот так надо сказать. Ну, давай. Нет, не да, надо. Давай. Приготовились. И подписывайся на канал Б Виктория.